Двукратные чемпионы мира в парном катании Елена Леонова и Андрей Хвалько приехали в Новосибирск в звездном составе шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина, Алексей Тихонов, Мария Петрова и многие другие знаменитые фигуристы радовали сибиряков потрясающими номерами. Елена и Андрей с радостью приняли наше предложение посетить производство «Звенящие кедры» и прогуляться в кедровом лесу. Наши новые друзья рассказали нам, какой огромный, ежедневный, изнуряющий труд стоит за великолепным шоу. Нагрузки у спортсменов очень высоки, и требуется особый подход к выбору питания и подбору витаминов. О пользе масла сибирского кедра спортсмены знают не понаслышке. Сергей Мегре провел экскурсию по уникальному таежному производству «Звенящие кедры» и рассказал об особом способе приготовления продукции, позволяющем сохранить все полезные свойства кедра. Сегодня мы просто получили какое-то неземное удовольствие. Побывали здесь на производстве, посмотрели, как все это происходит. Сергей очень интересно рассказал. Что содержит масло само по себе, то оно и должно идти в бутылку, чтобы без отстоя, без фильтрации, без всего полностью. То оно как есть, так есть. Надо, чтобы было чистое, оно постоит, оно осадок падает и осаживается. День пролетел незаметно. Звездная пара побывала во многих уникальных уголках планеты. Но сибирская тайга вызвала у них искренний восторг. Могучий кедрач, чистейший воздух, катание на санях по заснеженной тайге оставили массу впечатлений. Мы были в тайге, конечно, это было незабываемо. Ели печеную картошку из детства. Пекли хлеб. Очень было здорово. И, конечно, мы не оставили без подарков наших гостей и их коллег. Елена и Андрей очень приятные, открытые люди. Мы благодарны судьбе за такие встречи. И, конечно, мы очень благодарны им за высокую оценку нашего труда. Спасибо за то, что в России есть такие люди, которые любят свое дело. Болеют за свое дело. Делают это не только во благо себя, но и для всего народа. Хотим, наверное, пожелать вам удачи. И благополучия вам, процветания, и чтобы у вас... ваш бизнес процветал. Чтобы вы были счастливы и здоровы. И чтобы все ваши мечты сбывались. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спортсмены – это наша гордость. Мы рады, что и мы можем помочь им и другим поддерживать свое здоровье. «Звенящие кедры».